Это президент компании «Атма» Алексей Хохлатов. Ты просыпаешься с утра, и тебе хочется. Тебе хочется делать то, ради чего ты родился на эту землю. Вообще, теорий я не придерживаюсь. Я придерживаюсь одного правила. Правила любви. И, как я считаю, наша медицина несколько преувеличивает свою роль в жизни и здоровье человека. Мы родились, чтобы быть совершенными и чтобы идти дальше, чем просто быть здоровыми. Здоровье, оно не только физическое. И даже не столько физическое, сколько, вот как ты сказала, от головы. Ну, для меня в жизни самое главное – это понять эту жизнь. И больше всего в этом помогают другие люди. Они как зеркала, ты себя в них видишь. Что в жизни нет ничего, кроме общения. Мне хотелось создать систему такую, которая позволит людям, зарабатывая деньги, познавать этот мир, общаться, выходить на новые круги общения. Может быть, есть какая-то технология, которая предупреждает заболевание? Вот, а это как раз наши кредо. Я тоже болела. Понимаешь, вот какая штука? Вот в жизни оно идеально никогда не бывает. Первопричина, она, конечно, в твоей миссии на этой земле. Насколько ты исполняешь, насколько ты себя ощущаешь в этом мире полноценно и гармонично. Все в мире так устроено, что если человек чему-то не уделяет внимания, это что-то дает о себе знать. И чаще всего через болезнь, через боль. А как еще обратить человека внимание на это? Вот компания «Атма» хочет вам пожелать, чтобы после признания вы жили очень долго. В моей жизни был период, когда я прошел огонь и воду, а медные трубы не очень. Все-таки лучше, чем Россия. Найти трудно. Ну, там... как ты отдыхаешь, например, лет? Я отдыхаю, я работаю. Нет, я думаю, у меня работает отдых. Я советую, если говорить о совете, у нас страна же советов все-таки была, да? Вот как ни странно, самое сложное в нашем мире – это уметь расслабиться. Вот я понял, что же я хочу. Вот тогда и родилась компания «Атма». Приходил человек, приходит к нему другой человек, и они общались. И это тот самый инструмент, который превращает эту технологию в огромную-огромную силу. Да, кстати, вот у тебя в руках эта книга. Она... Скажи, пожалуйста, а ты считаешь себя бизнесменом или нет? Ты знаешь, мне приходится себя им считать, да, ну куда деваться. Вот. А Россия — это то, что объединяет. Эта технология — это как раз способ дать людям дело. Для меня быть счастливым — это самореализоваться. Много чего умею, много чего нравится. Вот для меня компания «Атма» — это то дело, в котором я могу реализовывать свои таланты. А как же любовь? А любовь? Вообще для нас, мужчин, конечно, всегда главная женщина. Я буду писать мемуары, потому что история создания моей компании очень интересна и, может быть, даже где-то в каких-то моментах трагична, а иногда и завораживающая. Следующая моя книга называется «Начни свой бизнес с себя». Все, что мы делаем здесь, в этом мире, совершенно не нужно, когда мы умираем. Я хочу вам желать найти себя. Поверьте в свои силы, потому что каждый человек совершенен. Надо просто это понять.